Компания «Энергосфера» представляет трансформатор ИВД-1111. Это однофазный литоионизоземляемый трансформатор напряжения. Служит для выработки сигнала измерительной информации и подачи ионоизмерительные приборы, а также устройства защиты и сигнализации. Устанавливается в комплектное распределительное устройство на номинальное напряжение от 3 до 20 кВт. Технические характеристики трансформатора ИВД-1111. Номинальное напряжение первичной обмотки. Номинальное напряжение вторичной обмотки. Номинальная мощность трансформатора. Максимальная мощность трансформатора. Масса. Трансформатор состоит из литого блока. Содержит магнитопровод, первичную и вторичные обмотки. Обмотки располагаются на магнитопроводе концентрически. Компаунд обеспечивает надежную защиту от механических повреждений и атмосферного воздействия. В основании трансформатора имеется 4 отверстия для крепления на месте установки. Купить трансформатор можно, позвонив по телефонам, указанным на нашем сайте.